Роллайф батончики. У нас батончики Роллайф, наверное. Так ты узнаешь, что там. Может быть, там отрезанная рука такая. Или еще что-нибудь отрезанное. Да. В общем, ребята из магазина интернет-товаров для здорового образа жизни и спорта прислали нам коробочку, говорят, попробуйте. Не знаю. Как запретно распаковывать. Да. О. Ой, эко-снеки. Давай. У тебя эко-снеки, а у меня как раз таки батончики. А, это эко-снеки, да? Вот это эко-снеки. Финики с клюквой, ананасом и злаками. Угу. Да, все будет пробовать. Фруктовый злаковый батончик. Курага, изюм, семена подсолнечник. Без консервантов, красителей и ГМО. А что ГМО? Геномодифицированный. ГМО. Фруктово-ореховый батончик, ананас, изюм, фундук. В общем, понятно, это фруктовые батончики. Груша, финики, курага. С орехами. А здесь какой-то фрукт и какой-то орех. Шоколад, протеин. Да? О, протеин. Смотри, а здесь тоже батончики фруктовые, ореховые. Смайли. С очень интересными вкусами. Тигуани, зеленый чай. Соленая карамель. Твой любимый орех, как он называется? Вспоминаю. Орех? Макадамия? Да. Он. Малина, лайм, лесные ягоды, лайм, имбирь, крепкий орех, вишня, шоколад, в общем. То есть можно вот так делать. Кокос. Кешью. В общем, будем. Будем пробовать. Да. Поделимся потом своими впечатлениями. Так, ну, как, давай, да? Начинай. Давай. Я сейчас... Какой-нибудь, давай. Вот, я фруктово-злаковый. Фруктики, злаки. Чё за... Давай. Похоже на детскую кашку. Ну. Ну, вкусненько. Надо все попробовать, да? За раз. Не за раз. Что еще написано? Ничего не написано. Просто прислали батончики и вот ешьте. Не, неплохие батончики на самом деле. Так, для перекуса, я думаю, для. Мне кажется, детям можно. Потому что здесь, в принципе, в составе. Что у нас здесь? В составе. Груша, сушеные финики, сушеные абрикос, сушеные курага, миндаль, фундук, вишни сушеные. Больше ничего. Все вот сушеное. Так. Здесь нет ни сахара, ни красителя, ни консервантов, ни ароматизаторов, ни абсолютно. То есть детям точно можно, у кого нет аллергии, там, на фрукты или на орехи. Да и взрослым полезно. Да. Так что? Вкусненько. Пекан. Какао-мята. Интересные вкусы очень, конечно. Необычные. На, показать. Посмотрели. Классно, да? Так что у нас теперь перекусов очень много. Угу. И вот состав действительно ничего, где он, вот, ничего вредного. А здесь... Не, ну главное, они вкусные. Да? Да, ты не пробовала. Наверное. Да? Подходит вегетарианцам, это очень важно. Тебе не подойдет. Мне мясо давай. Тебе там, знаешь, со вкусом стейка должно быть.
Ну вот, так что, что можно сказать? В общем-то, резюмирую, что батончики Rough Life, Mix Fresh, вот. Rough Life, я прочитала как Raw Life. Raw Life? Ну, это ты. Я по английским правилам. Я по своим правилам. Rough Coffee. Вот. Хорошие батончики. Спасибо ребятам. Мы оценили.